Кольский полуостров, несмотря на скромные размеры, таит в себе сотни загадок, хранит легенды. А самым любопытным открываются незаурядные факты о его природе, культуре и истории. Чудо-полуостров распахнется нам со всех сторон. Стоит только смотреть и наслаждаться. В самом центре Кольского чудо-полуострова миллионы лет назад возник самый крупный горный массив. Своим названием древнейший гигант обязан не саамскому языку, а финскому. Слово «хибина» изначально не было именем собственным и по сей день переводится как «плоскогорье». Хибинами саамы считали сразу два горных массива – нынешние хибины и лавозерские тундры. Когда-то первые назывались Умптек – закрытыми горами, а соседние носили старинное имя Луявурт. Именно современные хибины, те самые с большой буквы, будут нашей отправной точкой в путешествии по загадочным местам и знакомству с легендами. Столкнуться с первой легендой можно на самом простом туристическом маршруте. Если подобраться к хибинам запада, через пару-тройку часов хода откроется вид на живописное ущелье Аку-Аку. Расположенное довольно недалеко от цивилизации, это ущелье пользуется спросом у туристов и любителей активного отдыха. Ведь Аку-Аку – это глубокое ущелье с очень живописными отвесными скальными стенами. По длинному ущелью проложена вполне устойчивая тропа. В последней части Аку-Аку откуда-то сверху шумит многоступенчатый водопад. И красиво, и воды попить можно. Ближе к долине ручья Юмьяко-Руай в ущелье есть совсем небольшое озерцо, которое путешественники прозвали «изумрудным» за его неповторимый цвет и чистоту. Так же, как и озеро, когда-то и само ущелье было безымянным. Откуда взялось название Аку-Аку? Что оно означает? Вот здесь начинается легенда. Аку-Аку – самое красивое и самое протяженное ущелье Хибин. Его необычное название, напоминающее нам об истуканах с острова Пасхи, выделяется из общей массы саамских топонимов. Существует несколько версий происхождения этого имени. По одной из догадок, Аку-Аку – сугубо саамское название и переводится на понятный нам русский язык как «проматерь богов». Если имелось в виду старуха Сейд, как обычно саамы называют сейды «ак-ак», это было бы «ак-ак», и звучало бы, наверное, странно «сейд-сейд», «старуха-старуха». Насколько я знаю, в самом ущелье сейдов нет, есть сейды в долинах, потому что сами саамы предпочитали не ходить в такие ущелья. Это обитель духов, зачем лишний раз духов пугать? Охотиться здесь бессмысленно, олени здесь не ходят. Проще пройтись по тундре и вот там как раз сейдам преподнести что-то. А ущелья саамы избегали. Окончательно разрушить миф о саамском происхождении этого слова позволяет тот факт, что название ущелья появилось лишь в 90-х годах 20 века. Этот топоним придумали туристы за похожесть скалы на одну из всем известных каменных статуй Тихоокеанского острова Пасхи. Где-то оно было отмечено как щель, большая щель. А Аку-Аку дали непосредственно вот из-за этой скалы, которая сзади меня, потому что в профиле эта скала похожа на идола острова Пасхи, Маи. А Аку-Аку – это покровитель острова Пасхи. Ну и получается, что теперь он и покровитель ущелья в Хибинах. Кто-то и вовсе дает ущелью и самой расщелине разные имена. Почему-то Йоку-Йоку и Аку-Аку. Все это тоже ошибка. На картах есть только одно название. Это место поразительно по своей красоте. Путник может нафантазировать в отвесных скалах самые неожиданные образы. Вообще Аку-Аку еще знаменита тем, что здесь довольно причудливые скалы.
и каждый видит в этом свое. Вот, например, мои друзья, поклонники фильма «Звездные войны» где-то увидели голову Дарта Вейдера здесь. Кто-то видит вот в камне недалеко от нас гипножабу. Помимо причудливых камней, здесь много красивых местечек, пещерки, карнизики. Подобно Муайи, будоражат воображение и другие отдельно стоящие скалы. В общем-то, можно просто погулять, как по верху, так и по дну ущелья. И каждый найдет здесь что-то свое. Что здесь привидится вам? Может, возникнет даже новая легенда.